В Задуковском округе прошел еще один вид спартакиады детских садов. Учились бороться за командную победу воспитанники 8 дошкольных учреждений. В каждой команде по 5 человек, 3 мальчика и 2 девочки. Всем необходимо было пройти по 8 этапов, к которым ребята были готовы. В течение всего учебного года в детских садах уделяют особое внимание физической подготовке. Зимой мы готовимся к лыжным гонкам, перетягиванию каната. А весной уже веселые старты, эстафета, ГТО. Также наши ребята в количестве, по-моему, больше 20 человек выполнили нормативы ГТО и все получили значки. Мирослава Туникина уже принимала участие в первом этапе спартакиады. В соревнованиях по прыжкам в длину она заняла первое место. Вообще я очень сильно старалась. Я прыгала на гимнастике. Я пытаюсь сделать так, чтобы наш садик выиграл. Соревноваться ребята начали еще зимой. Бегали на лыжах, перетягивали канат, выявляли лучших в общей физической подготовке. Спартакиада продолжится в конце апреля легкой атлетикой, а в мае запланировано тестирование комплекса ГТО. Это у нас вид спартакиады, поэтому тут не все как бы виды, которые необходимы для получения знака именно «Готов к труду и обороне». Поэтому кому необходимо какие-то виды доздать, мы потом предоставляем такую возможность. И дети получают знаки.